Хейт снова Бейс, и уже 9-я миссия DMC, которая называется «Дьявол изнутри». Тебя ослепили, заключили сюда. Сотни лет, да. Да, в общем-то, это у нас здешний чувачок, который шарит в этом мире. Он знает что да как. Вот. И сейчас он нас ведет в башню, чтобы мы смогли отключить всякие, видимо, системы слежения за народом, за мной и все в таком духе. То есть это уже... Мы пытаемся выполнить как минимум второй пункт своего плана по освобождению мира от тотального зла. То есть мы уже избавили, так скажем, население от сучьего спрайта, так назовем эту газировку. И сейчас мы пытаемся именно уже от гнета Солешки, что ли, избавиться. Не знаю, как это у нас получится и как это будет выглядеть. Собственно, нам-то это и предстоит нынче узнать. Так, у нас тут время топора. О, нет. Вот топор. Да. Что лежит? Что дают? Что, ничего не дают? Да ладно. Нет, ну что-то же должно быть. Хотя, возможно, у меня просто сюда. Ладно. Так, мы сейчас разрубим эту штуку. В который раз. Так, так, так. Готово. Готово. Вот я думаю, на самом-то деле, то есть, сейчас вышла игрушка, никаких сразу DLC анонсировано-то толком и не было, ну, насколько я знаю. И, ну, Capcom, они просто не могут что-то новое не добавлять. Мне интересно, что же будет дальше с DMC? Будут добавлять какие-то, наверное, испытания или, возможно, ну, хотя вряд ли какие-то главы, но было бы интересно. Такая игра, ну, подразумевает что-то подобное. Ага, нам тут рассказывают интересные вещи о том, что нефилимы это, грубо говоря, третья раса, они обладают силой ангелов и демонов, но в отличие от них, ну, ангелов и демонов, мы самые классные. И мы типа угроза для и тех, и других, потому что мы можем убить всех подряд, видимо, так. Хочешь раскрыть свой потенциал? Возможно, Асиэль хранит ключ. Асиэль хранить... Что у вас с головой, переводчики? Серьезно, ну, должен же быть какой-то редактор, главный, не главный, ну, хоть один человек, который должен следить, вот как-то выпускающий редактор, да, должен называться. Вот что-то вот тут мне уже страшно. Эй, 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 ничего, ничего, нет, ну, упал, да, печаль. Оступился, с каждым бывает. Так, как бы, куда же мне? Да, хотелось бы узнать. Ну, возможно, туда. На самое дно. Эй! О, фу! У нас тут он, падший ангел какой-то. Эй! Сирена, небось, будет называться. Асиэль? Нет? А, ведьма, банши прям-таки. Ну, лицо у нее достаточно симпатичное, конечно. Чарь, оу! А как бы... Как же мне ее пробивать-то? И чем? Так, демонским не получается. Может быть... Да, ангельским оружием мы сбиваем щит, а, видимо, добивать будем чем-то демонским. Демонским. Демоническим. Что я вообще позволяю себе? Ну же, иди сюда. Так, нужно взять мой... Уже тоже полюбившийся вид оружия кулачки. Азарные очумелые ручки. О, нефилим. Привет. А зачем гладить кристалл? Что, зачесался? Ага. Вот и ключ. Ну что, будем пытаться его достать. Опачки, опачки. Бамс. О-о-о, мамка, спасай. Ну, цепляйся. Ну, давай, давай, у тебя все получится. Я в тебе... Нет, не верю. Черт. А, точно. Нужно было, наверное, вот так вот. И все. Я-то сразу не додумался. Так. Вижу дальше куда. Тоже локация очень своеобразная. Пожалуй, это будет обложка. Та-дам.
Все готово. И дальше. Летим. Так. Ключ не видно пока что, но я думаю, это дело времени. Вот и все. Вот, вот уже и искать его не нужно. Сам нашелся. Вот у нас флешбеки очередные. О, сейчас опять будем освобождать статую. Ты не помнишь меня? Конечно, не помню. Это кто вообще? Уж такой заглушенный. А, это, видимо, Вергилий, как его здесь назвали, да? А еще ты планировал совершить коварный проступок и отключить вот эту статую. Блин, как же мне нравится вот эта локация, она такая прямо вах. Я хочу вот взять, пройтись по цепочке и познакомиться с этой штукой поближе. Было бы достаточно прикольно. Так, нам нужно туда пробраться, а что-то идти как-то не очень долго. Ну ладно. То есть очень своеобразно сделали флешбэк. Да, то есть с первого раза... Эй! Меня подставили. С первого раза и не поймешь, к чему все ведут. Та-дам! Так, кулакист. А, нет, там нужен топор. Да, и... Вот так. И момент истины, али не? То, что это вроде как последняя цепь. Да, мы освободили статую. А статуя это мать? Если да, то какая-то страшная. Ну да, да. Я не против, кстати, с ней сразиться. Это, правда, будет совсем God of War, но... Или Shadow of the Colossus, но... Окей. Я согласен. Давай драться. О, она открыла свою душу нам. А мы... А что мы? Данте, ты здесь, потому что я не смогла тебя защитить. Я очень сожалею об этом. Твой отец влюбился в меня. Любовь, которая приступила жесткие древние границы. Мы выбрали наш путь перед лицом угрозы уничтожения. Мы никогда не жалели о нашем выборе, но, к сожалению, мой дорогой сын, мы не дали тебе права на выбор. То есть они не сожалели, но к сожалению. Угу. Но теперь у тебя наконец-таки есть выбор. Тебе будет дана великая сила. Какая же? Сила, которая позволит тебе проложить собственный путь. Это свобода, сын мой. По-моему, проложить собственный путь может таджик, который строит дорогу в Москве. Вот как-то так. Будь храбрым, сын мой, я люблю тебя. Ой. Как эпично. Адский курок. Это что, новый ствол? Земля и воздух? Так. Появление синосилы Данте, высвобожденный адский курок, низвергает мир в пучину хаоса, тем самым зашвыривая окружающих Данте врагов в воздух. Перевести это более, что ли, просто нельзя было. Вот такие вот... Даже перевести нормально не могут. Ну ладно, я готов. Теперь у нас появилась строчечка внизу. Я думаю, видим. Это такой атак Damage Gauss. Ну что, давайте попробуем. Бонзай. Ультуй! Ой, какие эпики. О, да. Данте поплохело. Мне интересно, он сейчас больше кто? Больше демон или же больше ангел? Или нечто среднее? Адский крок. Уровень адский. Ну, понятное дело. А, то есть я даже хилюсь. Отлично. Дамаг-то у меня увеличивается хотя бы. Что-то я не успел там сильно кого-то так вот огорчить из этих монстров, но... Кулачки. В душу. И ты получаешь по жопе. На. Flawless kill. Environmental. Environmental.
не так, как я сказал. А что еще ты планировал сделать? Вы, ребята, и правда кажетесь милыми, но я предпочитаю работать в одиночку. Это я уже все слышал. Точнее, видел, читал, слышал немножко по-другому. Это и правда ты? Конечно, я, а кто еще? В смысле, я Данте, а не ты Данте. Я круче Данте, чем ты Данте. Да. И на районе со стволом приходи, разбираемся. Гейнста, гейнста, щит. Так, наш кибердруг что-то там мудрит, мудрит. Построй мне дом, пожалуйста, друг. Чтобы еще за коммуналку... Эй, недолет. Чтобы за коммуналку платить не надо было. Так, я слышу музон, значит будет битва. Вот эти ребята, не знаю, они меня очень сильно напрягают, но... Сделаем так. А выглядит прямо как Mad World для Wii U, если кто-то знает вообще такую игрушку. Не, ну прикольно, в очередной раз игра разноображивает себя, это прекрасно. Что-то не хочет вот этот дикобраз хвататься моими крюками. Ну ладно, придется их просто вот так истреблять. Так, нужно как-то приловчиться, уворачиваться и стрелять. Перекатываться. Еще дополнительно. Ну все, с одним разобрались. И второй. Эй! Че такой злой? Месячная. Ну уже. Отлично. О, у нас уже два улучшения есть. Мне интересно, Боже мой. За обычное прохождение возможно прокачать все? Скорее всего, нет. Нужно будет там пройти все... точнее, найти все эти сферы. Что-нибудь такое. Собственно, посмотрим. Я думаю, ждать-то осталось не так уж и долго. Ну как не так уж и долго? Это мы сейчас как раз-таки находимся на середине геймплея. Это середина игрушки, потому что 9-я миссия, а их всего 18, опять же напоминаю. Поэтому... Ну, действительно, скорее всего, недолго осталось ждать. Относительно. Буквально 9 серий. Ломай стекло. А ведьма, кстати, круто сделана. Тоже такая своеобразная штука для уничтожения требуется. Так, я возьму вот эту. Но! Апперкотом всех! Давайте стейдж фаталити. Ха-ха! Было, кстати, прикольно. Так, и чё? Куда? Where am I? Так, ну, запрыгнул я туда, так что, скорее всего, мне нужно попасть сюда. Магазинчик. Сейчас как раз что-нибудь прокачаем. Мятежника сначала. Буду последовательным парнем. Так, овердрайв пусть будет. Я им почти не пользуюсь, но пусть будет. Так, смертельный виток, рубака, второй уровень, да. Пусть будет так. Осталось, кстати, прокачать всего 4 навыка для меча. И куча способностей. Хотя нет, не так уж и много. И вот мятежник, Осирис, эрекция. Надо будет их, кстати, тоже попрокачивать. Это что-то я на них совсем подзабил. У нас, кстати, есть такая штука и второй снег. Понятно. Так, вот туда. Полетели. Паучки. Они дают, кстати, немножко опыта. Поэтому их периодически полезно подстреливать. Так, глядишь, за одну игру, ну, левел точно накапает. Угу. Какие-то вон разводы постоянные светится. Так, сюда иди. Так, одна пропащая душа найдена. А в этом уровне, кстати, совсем... Ой, совсем мало, да. По-моему, если я не ошибаюсь, их всего две. Ага. То есть...
Что-то не так. А, наверное, просто нужно... Эй! Эй! Что это было? Да, то есть хитро надо было извернуться. О, новый враг, что ли? Павшая гарпия. Огнестрельное оружие, да, наверное, да. Ага, понятно. То есть отстреливаем мы крылышки, потом хватаем и все. Понятно. О, эти ребята даже умеют прыгать, какие молодцы. Эй, нет! Что ж ты будешь делать? Так, возьмем вот эту штуку, подхилимся. Да ладно! Да и что? Да, да что, дурак? Ну-ка, фу. И, да, готов. У нас там вон зеленая какая-то личинка, и тут зеленая личинка. Будем их... Точно, это же хилки. Давай сражаться, гарпия. На, на, на. Ой, я смотрю, Данте любит практиковать избиение женщин. Чуть не погиб. Это было бы для меня настоящая трагедия. А, это уже батосы. И он еще один батос. Сюда иди. Не хочет. Не капризничай, давай. И кто-нибудь еще? Как... Да ёбушки, воробушки. Давай, снимай свой колпак. И умирай просто так. Сейчас суперкота просто будем скидывать. Эй! Так нечестно. Выходи. Будем драться. Ну куда же ты? Что-то не совсем. Обнаглели. Мне, кстати, желательно все-таки сбить вот эту штуку. Потому что с жизнями совсем беда. О, уже, уже полегче. Дай. Твою ж мать. Давай, сбивай, 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 сбивай. Все. Эта дура должна умереть. Она мне не нравится. Так, кто у нас следующий? Сюда иди. Умирай. И последний клиент. Кстати, у нас тут нужные штуки. О, кстати, уже могу поднять себе уровень ХП. У меня есть заветные 2000. Так что нужно найти магазин. Скорее всего, в этот раз он уже не встретится. Это, скорее всего, будет в другой миссии. Но, тем не менее. О, кстати, у нас тут дверка. Могу ли я открыть? Недостаточно. Странно, у меня их же вроде не так уж и мало. Ладно, гоу. Спайдермен, спайдермен. Кстати, там был вариант упасть вниз. И там что-то есть, я более чем уверен, но... Не буду я рисковать. Ради своих, возможно, неоправданных надежд. Здравствуй, дед. Было весело. Иди сюда, щенок. Ой, боже мой, нет! Фу, я думал, он хочет его поцеловать. Тебе удалось найти демона внутри себя, но теперь ты должен раскрыть весь свой потенциал. То есть, это не все фишки, да? Классно. Два сына Спарты. Спарта тоже теперь что-то там... Ха-ха. Обескуражен, да, товарищ? А на этом, кстати, миссия заканчивается. Как вы видите, это была уже, повторяюсь, 9-я миссия. Называется она... забыл как. Неважно, собственно. А, внутри демона.
что-то такое. Я внутри тебя, вообще, типа того. Это был Денис Байсовский, если интересно дальше смотреть, там подписывайтесь, и, конечно же, будет не только Devil May Cry. Ну и на этом у меня все. Пока-пока.